Добрый день, с вами Марина Морлок. Сегодня 21 октября, сегодня выпал первый снег, смотрите. Все, кончилась осень, начинается зима. Вот он летает, летает, летает. Я болею, но я специально все равно для вас вышла на балкон, чтобы заснять то, как первый снег падает. В общем, много всего хотела вам рассказать. Вон там собачка заметает лавочки. В общем, вон там в той стороне. Сейчас я покажу. Я, как говорила, я нашла себе новую работу. Я уволилась со старой и нашла новую. В общем, вот он, снежок. Такой красивый клен уже опавший. Пейзажик.